Всех с праздником, преображением, по празднеству идет. Вообще в православной церкви замечательно, очень поучительно богослужение. Богослужение имеет предпраздство, попраздство, сам праздник есть попраздство. Вот. Этот строй богослужения – это смысл духовной жизни. Потому что в духовной жизни все имеет какое-то время подготовки. Вот это время подготовки и является предпраздностью. Но когда мы участвуем в торжестве духовно, то мы не являемся просто свидетелями, являемся участниками. Днесь вот освящается естество. Это особенно подчеркивает отец Сергий Мечов, священномученик, что события, которые празднует церковь, они совершаются в то время, когда они празднуются. Для Бога нет времени. И поэтому мы участвуем на самом деле в совершающемся событии. А это всегда благодать Божия. И состояние это духовное, о том, о котором говорит преподобный Серафим, стяжание благодати Божией, оно на самом деле настолько важно, что нужно как можно больше, дольше сказать, сохранять это благодатное состояние. Простой православный русский народ эту истину выражал таким обычаем. Когда человек приходил из церкви, то он, именно стяжав вот это состояние в строении души, он это состояние должен был сохранить и принести в свой дом. Знаете вы, наверное, такое выражение, когда приходили из храма, говорили: «Бог милости прислал». Больше того, то, что это состояние очень важно, и что оно необходимо для духовной жизни, говорит то, что враг рода человеческого старается, чтобы человек или не допустить воспринять эту благодать, или не допустить, чтобы человек приобрел вот этот дар благодатный. А если он и милостью Божией приобретает, то враг старается, чтобы он скорее его потерял. Есть такое выражение, оно звучит не совсем верно по своему произношению, но по сути оно правильное. Говорят, дьявол приходит похищать благодать. Благодать не подвластна не только человеку, но и нечистой силе. Тем более. И поэтому дьявол старается ввести человека в состояние греховное, чтобы он потерял эту благодать, чтобы она отошла от него. Поэтому все эту истину знают в простых вещах, а именно в том, что враг старается не допустить до храма, до таинства, до причащения, исповеди, соборования, до молитвы даже просто, или же, чтобы человек не стяжал это, то есть помешать этой молитве, помешать совершению таинства, отвлечь внимание. А если это не удается, тогда караулит человек, чтобы он потерял эту благодать. И поэтому
всякому доброму делу, а прежде всего делу святому, молитве, празднику православному, или предшествует, или сопутствует, или последует искушение всегда. Эту истину православные люди настолько твердо знали, что они говорили, есть такое изречение святоотеческое: все дела делаем ради Господа, сопряжены с искушениями и скорбями. Если какое-то дело делается, благое, доброе, но нет ни искушений, ни мешающих ему, ни потом, ни последующих после его, это знак того, что Богу это дело казалось неугодно. А если кого Господь избавит для блаженной вечности, тому посылаются непрестанные скорби и искушения. Это святоотеческие изречения, наставления на нашу повседневную жизнь. Вся беда современных людей заключается в том, что увлеченные так называемым блеском прогресса, а знаете, простой народ с юмором говорил, не все то золото, что блестит. Так вот, увлеченные вот этим мишурой, все этим призрачным бытом, люди забывают духовную сущность, она самая главная. И проявляется это прежде всего, конечно, в духовной жизни. Но и в обычной жизни это все время присутствует, потому что в любом, что совершается, есть некий духовный смысл. Человек, делающий какое-то дело, он делает его с каким-то состоянием, или с любовью, с радостью, или же, может быть, безразлично, а иногда, что пагубно, можно это дело делать с раздражением или с ропотом. И все это откладывает, накладывает печать на то, что человек делает, что бы он ни делал. Не случайно люди сейчас интуитивно часто не задумывались о том, какова причина этого, стараются освещать машины, там, дома. Одним словом, еще в древности, когда составлялись чины освещения, был чин освещения всякой вещи. Молитва такая. Почему? Что бы человек ни делал, печать того, как он это делает, она отлагается на том, что он делает. Замечательная вышла сейчас книга «Царев Завет». Книга эта свидетель Николая Сербского, Велимировича. Очень советую, правда, ее сейчас уже почти трудно найти, я думаю, ее нужно пересдать. Там потрясающие есть изречения, которые просто нужно некоторые просто выучить наизусть, что в некоторой степени произошло со мной в 80-х, но я настолько раз повторял, что постепенно кое-что и выучил даже. Поучения настолько назидательны, потому что смысл их как раз именно в этом, в том, о чем сейчас идет речь. Князь сербский Лазарь, он перед битвой в Косово получил такое откровение, ему был дан выбор, что выбираешь, царство земное или небесное. Он подумал, земное, временное, проходящее, правда, небесное. А потом ангел ему говорит, раз ты выбрал небесное, если бы ты выбрал земное, я бы сказал тебе,
подтягивает патруль коней, вооружайся и внезапно нападай на противника. А раз ты выбрал небесный, тогда всем причащаться и в бой. Это было больше 600 лет назад, теперь уже почти 700, наверное, лет назад, на Косовском поле. И все, войско полегло. Князь Лазарь, царь, в смятении, видя по-человечески гибли войска, стал колебаться. Тогда ему говорит ангел: непоколебимый сердцем, но поколебавшийся умом, не смущайся, ты правильно сделал выбор. Он стоял истекающий кровью, его поддерживали его враги в это время, потому что от его войска никого уже не осталось, его воеводы лежали перед ним, умершленные уже, как сказано. Его тело, изнемогающее, держалось силой совершенно живой души. Как обычно бывает в жизни, тело наиболее тогда служит душе, когда душа о нем не помышляет. И вот как раз далее идет его беседа с ангелом и с небесными вестниками, святыми, которые ему говорят: все дела там, на небесах, ценятся не потому, как они здесь выглядят, а по произволению, с каким чувством они делаются и как они делаются. А внешние это существенной роли не играет. Вот об этом-то идет речь, когда мы вспоминаем о том, что нужно все освещать, с каким произволением было что сделано. Мне пришлось в свое время прочитать замечательный пример, потрясающий, по своей простоте и ясности. Когда один архиерей, духовной жизни такой высокой, совершив богослужение, был приглашен на трапезу праздничную. И ему, как дорогому гостю, вносят, первый, значит, вносит фаршированную щуку. Аромат такой, восприятие. И вдруг он говорит: да, но есть-то ее нельзя. Почему? Она проклята. Кто, говорит, готовил ее? Ну, раньше были повара. Пришел повар. Ну, он услышал, что принесли его произведение искусства поварского. Наверное, хотят его благодарить. Подходит, ну, естественно, подходит к благословению. Сложив руки, а у него один палец на левой руке перевязан. Его архиерей говорит: что это у вас пальчик перевязан? Да вот, говорит, владыка, щуку чистил, нож сорвался, да и по пальцу. И что же ты сказал? Мне, говорит, неудобно повторить, что я сказал. Вот и теперь ее есть нельзя. Вот такова сила слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все дело в том, что Господь, сотворив человека, Он ему дар дал, слово. Ну, вы знаете, наверное, это обезьянью гипотезу, которую до сих пор пытаются вдолбить неразумным детям и взрослым. По этой обезьяне гипотезе вы знаете, что будто бы обезьяна начала лысеть, начиная с пяток. Но когда дошло место до макушки, остановилось. Правда, иногда продолжается, но это как исключение. А в основном процесс почему-то остановился. Ну, с гордостью она поднялась на задние лапы и стала ходить прямо. Потому что она теперь лысая, кроме макушки, все показывает свою покрытую волосами макушку.
Но это еще не признак человека. При всех этих рассуждениях тут везде умалчивают об одном. Ну, нашли похожий череп. Ну, простите, как эта обезьяна начала говорить? На этот вопрос нет ответа. Его не поднимают, у него нет ответа. До сих пор ни одна обезьяна ничего членораздельного не произносит. Почему бы другим обезьянам начать что-то такое лопотать? Но это не происходит, потому что дар слова – это дар от Бога. Почему, говорят, бессловесные твари? Дар слова дан человеку, Богу. Ибо это есть то, что печать божественная, образ Божий в человеке – дар слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вы все это прекрасно знаете. Апостолы вели старого слова. Так вот, слово – это на самом деле очень великая сила. Но, к несчастью, человек, отпав от Бога, стал употреблять слово во зло. И сила слова, она стала иметь не такую, конечно, силу, как она была при первозданном своем состояние. Но она все равно все-таки эту силу сохранила. Только направлена она была в другую сторону. Как и ум, данный от Бога, его можно употреблять на добро, а можно употреблять во зло. И слово может быть добрым, благим, а может быть злым. И как все дары, которые человек получил от Бога, он может использовать или во славу Божию, или же служение греху, несчастью. Так и слово, сохранив некую силу, оно действует в мире. Слово Божие об этом говорит ясно. Слово Божие, то есть благословение рода родов, а проклятие для четвертого поколения. То есть оно ограничено. Зло ограничено. Есть книга, равной которой в мире не было, нет и не будет, естественно. Это книга Библии. Ветхий и Новый Завет. Ни одно произведение человеческое не выдержало столько тиражей. Правда, мне когда поправили, вот были такие издания, которые стояли этими рядами. Но количество тиражей не говорило о их потреблении. Они так и стояли. А насущность Библии остается на все времена первостепенной. Потому что на самом деле в Библии, как сказал наш великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов, это когда у нас начинают иногда науку противостоять религии. Но это безграмотность ученых. Потому что все ученые были верующие, великие, практически все. Поэтому противостоять это просто для безграмотных, безграмотные выступления. Так вот, Михаил Васильевич Ломонов сказал, Господь дал человеку две книги. Одну все творение, весь мир, которым показал свою премудрость и красоту, а второе Библию, где выразил свою волю. И вот действительно есть изречение прекрасное. Произволение сердца от человека, а изречение уст от Бога. Это библейское изречение. И вот
в этом даре, данном человеку слово, человек, когда он во славу Божию, когда он с добрым сердцем, то ему сопутствует благодать Божия, которая и это делает, слово делает действенным, речи и выше. Насколько человек близок к Богу, настолько его слово исполняется делом. Есть примеры святых, которые потрясают своей простотой и ясностью. Один раб Божий, у которого его ребенок был болен, он нес его к старцу, чтобы он помолился и исцелил его. И когда он шел, ребенок по дороге умер. Он все равно продолжал идти, пришел, положил ничком своего сына, умершего, перед воротами кельи подвижника и стал, постучал ему. Тот, когда вышел, он говорит: «Отче, благослови меня с сыном». А сын-то был мертвый. Тот говорит: «Бог благословит». Закрыл дверь и все. Тот отошел некоторое время и стал молиться. Прошло некоторое время, и старец опять открыл дверь и видит, что ребенок также лежит. Он говорит: «Чадо, а ты что же с отцом не пошел?» «Иди с отцом». Вот встал и пошел. И этот преподобный, он не знал, что он воскресил его. Таково слово человек, который живет с Богом. Конечно, не в такой мере, естественно, но, увы, человек, который находится даже временно в таком вот озлобленном состоянии, в озлобленном состоянии с ним, как говорится, соработником его дух злобы, то он, его слово поражает вот так, что может это стать губительным и ядовитым. Одна ныне покойная царство небесное монахиня Арсения, которая рассказывала, что она девочка еще услышала такое наставление от своего духовного отца. Он сказал: «Даже услышишь, кто выругается черным словом, тут же читай «Отче наш». Я сам лично ехал однажды, это было уже около 40 лет назад, после креп, поздно, если меня вез такси водитель. Ну, ему было скучно, видно, и он в разговоре что-то разговаривался, и говорит, черканулся, как говорится. Я тут же начал читать, как по привычке, «Отче наш». Машину в это время бросила так, понесло. Потом выправилась она, и опять я говорю: «Что такое? Сейчас мы сыграли в кювет». А я, простите, у меня 55-летний водительский стаж. Я привык следить за дорогой и за машиной, я чувствую это, понимаете, уже, ну, это профессионально. Вот. Я чувствовал, что если бы я не прочитал «Отче наш», мы бы туда улетели. Настолько это. Другой пример, что это потрясающий человек, очень милый такой человек, простой, он услышал этот рассказ, он, значит, сидит на работе, а его напарник там с соседнего кабинета входит, начинает рассказывать, и черк, тот «Отче наш». Он опять, через время выходит, опять черк, он опять «Отче наш». И так он целый день, тот входит, а тот начинает «Отче наш». Вот тот входит, начинает говорить, он думает, ну сейчас он входит, а тут стал заикаться и ушел. Уже не мог произнести настолько силы молитвы, и что значит вот это черное слово. У нас такое, как говорят, тебе безобидное, некоторые даже, ну а что тут такого есть? Курение. О, что такое? Ну это да, привычка такая, да, что это, ну, баловство такое. Баловство-то оно имеет духовную сущность. Ну, никотин яд, курение вредно, это мы мелким шрифтом знаем, везде написано, на больших рекламах. Было, по крайней мере, сейчас, говорят, уже по-другому пишут, что ли. Одним словом, потом вдруг я читаю замечательное рассуждение одного греческого архимандрита.
И мне, как священник, вспоминается прекрасно молитва о священнике кадилы. А про курение говорят, это бесовская кадила. Как называют? Так как звучит молитва на священника кадилы? Вот священники знают ее. Кадилы тебе приносим, Христе Божий наш, воню благоухание духовного, и же прием небесный свой звертвенник, вознес спасли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа. То есть хождение кадилом, фимиам кадильный, привлекает благодать Духа Святого. Даже благословляется, когда священник кадит или диакон кадит даже, то при этом читается молитва «Дух Святый найдет на вас силы Вышнего сии вас». То есть кадильный дух привлекает благодать Святого Духа. А курильный дым привлекает нечистую силу. Не знаю, есть ли бесовская молитва на это, кадил бесовская, но там, наверное, достаточно этого. Так что, оказывается, не все так просто. И все, что имеет внешний какой-то вид, имеет некую духовную внутреннюю силу. Слово настолько страшно, особенно слово матери, есть замечательный пример. Ну, наверное, вы читали Нилуса. Есть повествование о том, как мать прокляла своего ребенка. Кто читал, знает, прекрасное повествование, очень поучительное, потому что там много есть вещей, которые много открывают то, что происходит в нашей жизни. Она его прокляла, потому что он ее довел до этой сцены, она его... И когда он ушел, ему встретился как деткин, колдун, то есть работник дьявольский, который сказал: «Мать твоя прокляла тебя, и это дал нам власть над тобой. Вот сними вот это». Он не мог произнести крест. Запугал его, и мальчишка снял. Когда он схватил, то он его схватил. Пока он не снял крест, он его не мог прикоснуться к нему. Когда же почему? Когда враг приступает к душе, человек перестает или крест снимает, или перестает креститься, или оттаскивает его от благодати. Потом уже тогда начинает им завладевать. И дальше... Там произошли вещи, конечно, но это можно прочитать, я не буду на это специально выделять. Тем не менее, кто интересует, может прочитать. Сила Божия, немощь человеческая. Вот это, как, да. Так вот, суть вся в том, что таково слово матери. Я сам лично слышал от людей, когда страшный пример, когда одна женщина, которая сын просил погладить ее рубашку, она говорит: «Отвяжись от меня, надоел ты мне, все, не хочешь». Видал эту гробу в этой белой рубашке? Буквально через час побежали и объявили ей, что ее сын умер, утоп, утонул. И она в этой рубашке белой хранила. То есть так слово, страшное слово, мы сыпем часто направо, налево. Прочитав это, еще эти вещи, я, будучи молодым священником, рассказал одной рабе Божией. Она говорит: «Батюшка, я поняла теперь». У нее был очень трудный момент в жизни, и она, как это бывает часто, сосредоточившись на чем-то, она в таком: «Ах, Господи, да как хочешь, накажи, только не это». Это-то прошло, конечно, а потом прихватило еще клещи. Вот тогда-то она вспомнила: «Я же говорю, как хочешь, да чего себе напросила?» То есть это все есть, все есть. Сколько всего этого в жизни у нас наговорено, сказано как-то, или какие-то данные обещания, выполненные какие-то, а потом последствия этого начинают проявляться. Мы ищем причину в чем-то особенном, в обстоятельствах. Обстоятельства, они сложились. Но причина этого может где-то крыться еще в прошлом. Один человек, у которого появились мании, мысли о самоубийстве, представляете, был некий старчик такой, угодный просто, он не был священником, которому Господь дал такой дар рассуждения. Дар рассуждения – это особый дар. И вот он, этот человек пришел к нему, и он стал с ним разговаривать и вывел его на тот момент, когда он допустил первую мысль. Потом она повторилась еще раз, потом еще, потом. Потом уже она стала им овладевать.
И когда он сказал ему, пошел, исповедовал его священнику, у него все это прошло. Еще будучи молодым священником, когда я в Переделкино служил 40 с лишним лет назад, мне самому был такой пример замечательный дан. Приехала одна женщина, в то время люди еще только начинали в церкви, так, не сильно, но все-таки шли уже. И потом исповедовалась там, ну, что-то давно, что-то. И потом, а я возвращался в Москву, там еще несколько человек ехали, мы вместе сидели все в электричке, и вдруг она говорит, а вы знаете, батюшка, интересно, меня какие-то вещи мучили, а теперь я даже не могу вспомнить, что это было. Это когда человек исповедуется, Господь сглаждает, из памяти выходит. Как будто этого уже не было даже. Кстати, святые отцы обращали внимание именно на мысли. С мысли все начинается. Мысли овладевают человеком. Вообще два состояния, которые свидетельствуют весь мир, не постоянно, но время от времени вынуждены свидетельствовать истину, это состояние и мысли, и чувства. Мысли – это когда мы говорим, мне пришла мысль. Если она пришла, то откуда? И что это за мысль? Ну а состояние, это многие знают, говорит, начальник не в духе, не попадаясь на глаза. Что это такое? А это то, о чем преподобный Серафим говорил. В духе ли ты? Это понятие определенное. В духе и не в духе. Больше того, свидетельство этой истины, оно людей творческих. Они понимают, что бывает вдохновение. А что это такое? А это то, что снисходит на человека. Когда божественный глагол до уха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Пушкин, куда денешься-то? Гений, он вынужден был отсвидетельствовать, так есть. То есть божественный глагол до уха чуткого коснется. Вот чтобы ухо чуткого не коснулся глагол, поэтому вот этот шум очень хорошо сказала Линкольн. Господь створил звук, а человек создал шум. И вот этим шумом сейчас современная молодежь забивает уши, заткнутый, знаете, если дебильник называется, знаете, вот когда на пузе висит такое произведение технического искусства, которое, значит, там проигрывает, соответственно. Причем меня поражает всегда такой момент, что у нас проблемы решают, что обязательно нужно русский язык переводить, никто ничего не понимает. А чего понимает эта молодежь, которая слушает на иностранном языке, которого она тоже не знает? Да они слушают спокойно. Лучше бы славянские слушали, привыкли бы к нему. Ну это ладно, просто как лирическое отступление. Касающееся того, что человек слышит или не слышит. Кстати, есть ясно совершенно понятие внутреннего и внешнего человека. Это в Слове Божьем. Слово Божье, оно на все дает ответ. Полнота всего ответа в Евангелии. Я почти знаю, но чтобы не ошибиться, я все-таки прочитаю прям с листа. Ну, все знают, в основном, более-менее, грамотежки есть, тут я не знаю, как тут получился. Белинский такой был, Сергей Георгиевич. Я иногда просто, кто-то Ушинский не знают. Ну, Ушинский, ладно, но Белинский, наверное, знают. Так вот, у нас представляется, как он чуть не революционер, там все. Да, молясь твоей тени, что-то там какой-то говорю, кто-то пишет там. Да. Учитель перед именем твоим позволит смиренно преклонить колено, по-моему, как есть выражение. Так вот, Белинский, оказывается, сказал, есть книга, в которой сказано все. Все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни. Евангелие. Весь прогресс человечества. Все успехи в науках, в философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия, откровение истины посредством любви и благодати. Мне кажется, нужно вообще на всех учебных заведениях эту цитату Белинского повесить. Ну все,
Все, что человечеством, философия – это все только то, что здесь сказано. На самом деле, поэтому, когда у нас вот этот вопрос, у нас это православие и современность, есть такой у нас, кажется, рубрика такая есть, такие, есть журнал там, ну, мне приходилось там выступать тоже. Дело в том, что, что такое православие? Православие – это жизнь. Христианство – это жизнь. Царство Небесное, моему родителю тоже. Он, кстати, московскую семинарию здесь кончал, здесь когда-то мы вспоминали, когда он учился здесь, в академии учился. Он любил это изречение. Христианство, именно по всей полноте православия – это жизнь. Это не философия, это не рассуждение, это жизнь конкретная. То, что я вам сейчас рассказал об этих примерах жизни, об этих пирогах там или чем там, каким этим всех, об этих словах, которые сказаны, это все конкретная жизнь. Это не рассуждение о чем-то, это живая такая вот нить, которая пронизывает всю жизнь. Поэтому православие – это сущность жизни. А все остальное, ну, я учился, знаете, в светском заведении, там был базис настройки, постоянно, ну, я буду ругаться этими словами иногда, но они не такие неприличные, но базис настройки, вот есть базис, значит, то есть, или фундамент, есть настройка того цвета. Вот настройки, это значит, это то, что вроде у нас. Ну, конечно, у нас пытались религию произвести в настройке. Но это уже вспоминает свое прошлое, так сказать. Учение, ну, что теперь? Учили хорошо нас. Вот я здесь учился строителем в Московском лесотехническом институте. Это было давненько, в 59-м году я уже кончил его. Вот. Одним словом, так вот, у нас иногда путают вещи, знаете. Только потом мне стало, теперь даже как-то более понятно, почему Тургенев назвал отцы и дети. Не дети и отцы, а отцы и дети. Почему у нас, говорит, церковь отделена от государства. Ну это принципиально неверно. Церковь у нас существовала еще до того, как существовало государство. Государство отделилось от церкви. И церковь, и школа отделилась от церкви. Поэтому церковь, ну, возьмем, неприличным этим базис, скажем, это то, что база, то, что есть. А остальное, то, что входит, выходит, пристраивается, как пристраивается. Поэтому современность – это надстройка временно, естественно. Настройка – это настройка. Даже не постройка, а надстройка. Это временное состояние, потому что современность, она, знаете, проходит. Правда, духовная сущность остается, хотя, ну, знаете, там фазы рабовладельческие, феодальные, там все, ну, это учили нас. Кстати, я один получил автоматический зачет по этому предмету, почему-то. Хотя я не был ни пионером, ни комсомольцем с детства. Одним словом, суть вся в том, что вот это вот рассуждение насчет того, что как это, что там, это несовременно. Ну, я думаю, душа во все времена остается душой. И поэтому, как бы она тут одевалась она в длинной юбке или в брюки, женщины, имею в виду, мужчин в основном среди вот нас, то она остается все равно. Правда, увы, вот внешняя одежда иногда влияет и на душу даже, не говоря уж на тело. Это вещи не безобидные. В свое время у меня, милостью Божией, 7 человек детей, 5 сыновей, 2 дочери и 32 внука пока что. Вот, 14 девчонок и 18 мальчишек. Я только сведения, кто не знает, просто поэтому я, так сказать, ну, имею некоторый опыт жизни свой.
Вот. И дети мои учились в школе, естественно. И вот было, есть 31-я школа в Москве, где учились пятеро моих детей. Был в свое время там директор Юрий Иванович Суворов такой. Замечательная личность. Я бы сказал, светлая личность, потому что у нас был один раз с ним долгий разговор. Очень интересный, тет-а-тет, как говорится. Он откровенно совершенно говорил. Говорил вещи страшные, конечно, вот. Но у него была работа такая, которая сейчас неизвестна почему-то. Я думаю, она есть, но ее никто никак не может выудить. У нас все по интернету выуживают, а это не выудили. А называлась она феминизм. То есть это оженствление мужчины, омужествление женщины. То есть те вот эти вещи, когда женщина начинает одевать брюки, и вот как раз этой вот монахини, которая вот про это, как относиться к своему родословию-то говорила, она говорила мне, знаешь, она говорит, знаете, батюшка, мне бабушка или дедушка, бабушка, кажется, говорила, придет время, не поймешь, ахи парень, ахи девка идет. Это за 100 с лишним лет, ахи парень, ахи девка. То есть это точно совершенно. Вот. Ну, а что касается, так сказать, поэтому и это, но он все работал, что это не безобидная вещь. Женщина, например, начинает приобретать отрицательные черты мужского характера, а мужчины женского, отрицательные черты женского характера. Так что это не безобидная вещь, как и курение, все это одежда, все это моды. Но моды меняются, Сейчас уже перловые нейлоновые не носят, потому что в пластмассе не очень удобно ходить, поэтому люди поняли. Но это не сразу, а по времени гоняли своим. Я помню эти времена. Так вот, дело все в том, что насчет современности, ну, приходится иногда из современных людей цитаты некоторые запоминать. Я вот говорил насчет, что приходится запоминать некоторые вещи. Мне очень нравится о современности и о модности Александр Сергеевич Пушкин, опять же. Ну, гениальный поэт. Дар, подожди, боже, что там скажешь. И вот у меня есть о модности, особенно сейчас молодежь увлекается модой, музыкой. Это поп-музыка, это значит, такая, ну, популяс. Так вот, описывая зимний пейзаж, Александр Сергеевич говорит, как стих без мысли, песни модные, дорога зимняя гладка. Как стих без мысли, песни модные. Основной признак модной песни – это безмыслие. Ну, я думаю, Пушкин в «Святых отцах» не числится, потому что он немножечко так вольно выразился. Я думаю, мысли там есть, к несчастью. Имеется безмыслие добрые мысли модные, я бы сказал. Я бы подкорректировал Александра Сергеевича просто как священник. Без мысли добрые в мысли модные, потому что там иногда мысли-то другие есть. Да. Но вот это так. А вот когда Татьяна, гуляя, так сказать, после того, как Онегин застрелил своего друга, исчез, значит, им овладело беспокойство, обходы к перемене мест, весьма мучительные свойства и многих добровольный крест. Он на сердце. Но совесть его мучила, поэтому он, видимо, бегал везде. И вот она пришла в его библиотеку, зашла в его имение, чем же ее кумир интересовался. Ну и сейчас у многих есть кумиры всевозможные, там рок-звезды, там всякие. Чем же эти кумиры интересовались? И очень прекрасные. Там сказано, современный человек, вот православие – современность. Вот православие в того времени, когда были митрополит Филарет, который, помните, ответ митрополит Пушкину, когда были святитель Игнатий Венчининов, святитель Феофан, когда оптинские старцы, когда были, когда множество было еще подвижников на Руси, это в то время православие был тоже современный человек. Но когда читаешь этих стихотворений сейчас, то думаешь, пожалуй, если бы не знал, что это было тогда написано, очень уж оно подходит для современного человека. Так что же она нашла? Нашла 2-3 романа Байрона, где был отражен тот век, 19-й, опять 21 век,
и современный человек довольно верно. Дальше. С его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанию преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Блестяще. Просто это Евгений мой прочитать. Действие тут, я не ошибаюсь, думаю. Пришлось выучить, потому что уж очень хорошо сказано. Лучше не скажешь. Правда, о современности можно сказать, если раньше мечтания были, то теперь мечтания преданы компьютером преданным, интернету преданным безмерно. Ну, а дальше озлобленный ум точно. А вот действие и пустом тоже точно совершенно. Но самое интересное, думаю, ведь надо же, ведь, видимо, они и по Пушкину даже воспитывались. Вспомните, кипит наш разум возвращен. Вот оказывается, кипящим, озлобленным умом кипящим, кипит наш разум возмущенный. Оказывается, это же из Евгения Онегина взято. Ну, только вставили туда. Ну, оборот очень красивый, так сказать, подходящий, правда. Но дать действие пустом. Вот как раз тут опять я подкорректировал Александра Сергеевича действием пустом и вредным. Вот это я сказал. Но это, простите, я повторю другого мыслителя. Это, значит, тут тоже лучше не скажешь. И довольно резко, когда речь идет о будущей жизни, Данте, итальянский поэт, политический деятель, создатель итальянского литературного языка, тоже личность все-таки, средневековье, конечно, понятно, 1265-1325. Я утверждаю, что из всех видов человеческого скотства самые глупые, самые подлые и самые вредные верить, что после этой жизни не будет другой. Все. Вот это изречение светских писателей. Средневековье, 19 век, 20-й. Поэтому христианство и современность, оно всегда. Христианство было, а современность на разном уровне удалялась от христианства. И когда удалялась, то примерно картина одна и та же. Вообще, знаете, как священник скажу, когда выслушиваешь всевозможные проблемы, особенно семейные, то я бы выразился таким, опять светским языком, что все эти разделы, например, семейные, сценарий один и тот же. И больше того, поскольку это получается у нас выражение опять от человека, то есть извлечение от Бога, извлечение. Сыграли свадьбу. Игра кончилась, спектакль кончился. И дальше начинается, значит, по определенному сценарию, и больше того, весь мир – это театр одного суфлера. Даже слова, я как священник выслушаю, я должна осуществиться, реализоваться, я должна вообще осуществиться. Я должна, это что такое? Свобода, свобода, свобода. Ну, насчет свободы, очень хорошо говорит, конечно, тут вот Святой Николай, тут ну, прекрасно, ведь невозможно. Повторить я уже просто, он говорит, своя свобода, своя воля есть, своя ли это воля? Своя ли это воля? Человек думает, что делает, я хочу. Что человек делает, что хочет? Да ничего он не хочет. Не делает, что хочет. А что у него получится? Хотеть это, говорит, можешь. А что получится? Так вот, все дело в том, что когда говорят, я считаю, то, увы, это довольно самоуверенное выражение. Неизвестно, ты ли это считаешь, или за тебя посчитали. Ведь многие, придя в храм, так свысока смотрят, так что тут такое, такое. А ведь они в основном ничего не знают.
А то, что они знают, это им, то, что им преподали, преподавали, чему их научили. Мне рассказывал очень интересный разговор, как тоже попался. В нашей семинарии. Ну, тогда еще. В те времена мы уже интересовались, экскурсии ходили. И там, знаете, служба закончилась, закрыли. И в скверике там студенты, семинаристы, значит, студенты академии. В перерывах прогуливаются, ходят. Вот. А здесь толпы людей, как в зоопарке. И вот они точно так же с таким именно это, любопытством и с таким интересом рассматривают этих диковинных людей, которые в семинарских костюмах. И, значит, ну им интересно, особенно девчонкам, а там же мальчишки, значит, хочется заговорить. И вот, ну как-то привлекли они что-то такое внимание, что-то, те подошли, начался небольшой диалог. А вы, говорят, тут как в зоопарке. Решили одним подшутить. Ну, а семинаристы, значит, Господь, видимо, ему дал такое разумение, он спокойно относился, говорит, насчет зоопарка вы правильно сказали, не стал спорить. Только знаете, говорит, в зоопарке как можно, говорит, вот войдешь в клеточку к обезьянке и можешь выйти, она только там. Мы, говорит, к вам можем выйти и назад, а вы-то, говорит, только там, у вас только клетка большая. Но это точно. Я вам свидетельствую, как священник. Приезжает муж приводит жену. Он не может войти в ограду церковную. Говорит, это войди. Нет, он сидит. Нет, он хорошо, что он хорошо. Он привез ее даже, но войти он сидит в машине, он не может войти в ограду церковную. Большая клетка. Кстати, об этом, вот, собственно, говорит Свет Николаев, он замечательно говорит. Причем вот это то, что люди в основном ничего не знают, выражается в том, что иногда свысока начинают рассуждать о таких духовных вещах, там тут всякое то-то, так-то, так-то. Я поражаюсь всегда. Никто не начинает рассуждать нейрохирургии, в атомной энергии, в атомной физике, не учась ничего. Это будет бессмысленно бы. Почему духовная область считает, что можно говорить любой? Ничего подобного. Здесь мало просто учиться, здесь еще нужно иметь опыт и дар. Это я по себе знаю просто. Слава Богу, я вырос с детства в церкви и учился, и уже 8-10, как говорится, идет вовсю. Но я чувствую себя часто беспомощным. Духовный вопрос не знаю, что понять. Как понять, как разобраться. Кстати, когда отец Василий Серебренников, Царство Небесное, на сайте Иерусалимского подворья, будучи кандидатом медицинских наук, в 90 лет он уже был, сказал замечательно, мне, говорит, больше не нравится в духовных примерах, когда ничего не поймешь. А у нас все пытаются объяснить. Это так-то, так-то, ну, так, а может и не так. Отец Сергий Орлов, с которым Господь сподобил меня служить, который имел семинарское образование в 1911 году, он кончил семинарию московскую, потом Варшавский университет, Киевский политехнический, после этого еще два высших образования дореволюционных. Этот человек, который был в революционных кругах, он капитан Маркс прорабатывал подпольно. Я говорю, батюшка, теперь таких подвижников нет, вам нужен памятник поставить, я говорю. Ну, конечно, капитан Маркса. Кстати, я упомянул Владимира Ильича, что-то такое. Он говорит, а кто это такой? Вот, вот тут я уже был в недоумении. Он говорит, я был выше событий, его никто не знал. Подставная фигура. Это слова современников, чтобы вы знали. В 1917 году ему 27 лет, имел два высших образования революционных. Это слова современника. Начал называть имена таких, я сейчас не помню. Это говорит, мы его не знали просто. И что сделали из этой фигуры? Вот пример, что такое мир, что такое жизнь. Так вот, когда я задавал какой-то вопрос по жизни, при такой-то эрудиции, при таком-то знании, ему задавал вопрос, он говорил, а батюшка, так,
Да это как сказать, это всякое бывает. Думаю, ну ничего себе. С таким-то опытом, с таким-то багажом, как говорится, духовным и образованием. И он что-то так не рубит. Потому что чего у нас молодежь? Это так. Да как сказать? Кто-то очень хорошо сказал. Я боюсь, говорит, ограничивать промысел Божий. Да. Потому что тогда ничего не поймешь, действительно. Вот это может так. Я когда ему сказал, батюшка, а тогда это было, он умер в 75-м году. Батюшка, скоро конец? Он говорит, да кто знает, может 100 лет, может столько средств, вот так все повернет. И вот то, что сейчас происходит, это свидетельство его слов. Ну кто мог подумать, что мы будем выступать где-то везде, говорить что-то. Даже представить себе невозможно было, но это факт. Поэтому вот современность – это настройка, которая проходит. Ну, вы знаете, часть этой настройки была и уже разрушилась. Кое-что представляете. Очередная настройка пока еще держится. Но сколько продержится, один Бог знает. А церковь будет до скончания века, до веки веков. Это факт. Это слова Господни, врата адова не одолеете, иначе она будет всегда, никак, иначе не может быть. Потому что у Бога все неизменно. Поэтому насущность веры, она, потребность в вере, она всегда была, есть и будет. Без этого просто бессмысленная жизнь. Если представить себе, вот как сказал Данте, конец и все, тогда вообще бессмысленно. Да что тогда? Тогда раз-раз, там пух и все. Ну и что? И это все, что ли? Глупость это. Другой, правда, Гёте сказал, ну вот прекрасно сказал. Он тоже сказал, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этого. Я так на память скажу. Кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой. Ну, это я почему привожу светских высказаний, потому что святые отцы, конечно, все это ясно, просто говорят, но уж для тех, кто, как говорится, не может святых отцов читать, может хоть почитать тогда верующих, да, своих представителей мира. Дело все в том, что вообще, конечно, замечательное излечение древних наших мудрецов, вот, потому что Господь им давал разумение, и у нас вот этот так называемый прогресс, он заморочил голову людям так, что люди думают, что в этом чуть ли не смысл жизни. На самом деле, середина 19 века писал Алексей Константинович Толстой. Есть такой поэм у него «Поток богатырь». Я не знаю, что значит какой-то прогресс, но до здравого русского веча вам еще, государи, далече. А в другом стихотворении «Два лада», когда он, идут молодой человек, так сказать, как бы жених с невестой, и она умиляется вокруг видами луга, проще там, а он говорит, это все нужно перепахать, это все нужно вырубить, чтобы говорит, за люди хотят, чужое говорит, место. Чужие мои, ладно, немного их считают. Когда чего им надо, то тащит и хватает. А что они хотят сделать? Весь мир желают сгладить и тем вести равенство, что все хотят загадить для общего блаженства. Это Константин, Алексей Константинович Толстой. Это не мои слова, так что. Что я это говорю? Я не говорю. Потому что, может быть, отец Ульян там что-то сказал. Нет, это я просто пересказываю. Ну, насколько помню.
А насчет равенства, а равенство, к несчастью, равенство, ну, равенство, так сказать, для рифмы, как говорится. Вот. А оно, в общем-то, Сергей Николай Сербский хороший сказал, он говорит, две революции потрясли мир. Одна приносила свободу, равенство и братство. А вот вместо свободы, там гильотина, кровь прилилась, и началось, вторая, говорит, свобода, равенство, свобода, вместо равенства, убьющее неравенство. Это слова Святого Николая. Ну, о братстве, говорит, не может быть речи, потому что для братства должен быть один отец. И поэтому братство, оно только во Христе. Во Христе братстве наше, мы молимся. Ну, а там, ну, они же, противники этого, они не могут своего придумать, потому что слова есть. У нас братья, а там братва. Ну, братки. Поэтому там другое дальше. Взято то, ну, то иначе на свой лад. А когда, по-моему, Шукшин писал, дальше это какое-то там произведение есть, у него там бес штурмует монастырь, вытаскивает иконы из иконостаса, а здесь будут наши портреты. Ну и вот по этому принципу, значит, современность и работает. Она ничего нового не может изобрести, она использует старое. Вот. И вот только идет по спирали сейчас развитие и возвращается к тем же идеям, почему говорят, новое давно забытое старое. Ну, у нас сейчас насчет семейных проблем я уже говорил. Это проблема номер один, можно сказать, потому что в семьях, я как священник скажу, почти нет семьи, в которой все было благополучно. Если часть, то какая часть все равно чем поражена. Так вот, это проблема. Она ведь произошла из чего? Из того, что хотят молодые жить по-своему. Женщины хотят быть равными, мужчин равенство. Самое удивительное, что то, что мы употребляем иногда, есть такое понятие эмансипации женщины. Так вот, этому явлению предшествовало более глубокое явление, входящее корнями своими в римское право. Эмансипация – это термин римского права, обозначающий выход детей из-под воли родителей. То есть они переставали повиноваться родителям. Это называлось эмансипацией в римском праве. Но римское право, оно пыталось поставить все на свои места как-то. И, соответственно, рассуждая об этих желаниях, оно и связывало с этим и конкретные вещи. То есть, если ты родителей слушаешь, ты не имеешь права пользоваться их имуществом, квартиры, там, домом, вообще деньгами, и лишаешься права наследства. Так что эмансипация по римскому праву была более серьезная вещь. Теперь у нас эмансипация непослушания родителям при пользовании их наследством и их деньгами, всеми средствами, и связью еще, без послушания родителям. Но римское право узаконивало это состояние. И для узаконивания этого состояния отец должен был продать сына трижды чужому человеку. Дочь и внук продавалось один раз. Позорный акт. Вот что такое эмансипация. Эмансипация женщины – это выход женщины из-под власти мужа, послушание, точнее, мужа. Власть – послушание. Поэтому вот что такое эмансипация. Эмансипированные дети, это Брокгаус и Фромм, почитайте, они как раз восполняли ряды пролетариата. Пролетарий – это
Человек, который не имел ни прав, ни имущества, оставлялись только права на детей, правда. У них еще были права на детей, они еще выше современных людей были, пролетарии, настоящие те. Это просто то, что я читал так. Я не специалист, это вот я просто поинтересовался и пересказывал, если кто интересуется, может углубиться в эти. Но их полностью не бросали на произвол, они находились под, под надзором патрона, которому продавались. Ну, а их миссия была в том, чтобы они должны были создавать, как пиар это, как, в общем, это, ну, рекламу своим патронам, то есть как агитировать про это. Но потом они стали перекидываться другим, продавать. То есть, предав родителей, они начинали предавать своих патронов. Вот тогда римское право хватило за голову, что оно что-то наделало не то, допустив такое явление. Ну, потом это некоторое время исчезло и появилось уже в 18 веке. Стало, вот когда французская революция, все это вот эмансипация, эмансипация женщины. Но первые эмансипированные женщины, клубы их, они требовали, чтобы представители этих клубов были, ходили в брюках. Но конвент французский, зарубил тогда их, потому что это было позорно, даже для французов в 18 веке. Потом это в 19 веке стало возникать, но в 21 теперь расцвело махровым цветом. Это я вам просто говорю то, что есть. Вот. Ну, это могут там темы обсуждений всякие быть. Ну, у нас же свобода слова иногда. Пока мы ходим на свободе. Поэтому, так что вот такие вещи вот с чем приходится встречаться. Это мне подсказали, кстати, мои прихожане просто. У меня юристы есть, они говорят, что вы знаете, что такое это? Эмансипация юридический термин. Я полез, значит, брогался фронт, нашел там и прочитал вот то, что прочитал, это вкратце, конечно, там более подробно все это написано. Вот. Поэтому освобождение детей из-под власти родителей – это печальное явление современности. Потому что сейчас у нас не только, а вообще, сколько вам лет, а уже на работу не принимаем. Если раньше для 50-60 человек ставил специалистов, теперь специалистов не принимают. Вообще проблема современности, кстати, это человек и специалист. Трудно найти настоящего человека, порядочного, и специалиста. Так что Диоген своим фонарем, ему даже прожектор теперь будет. А насчет того, что прогресс вот этот, ведь он прогресс за счет того, что до него было достигнуто. Он вырос из тех достижений технических, которые были достигнуты. Но дело все в том, что, учась еще в институте, я познакомился с кибернетикой тогда. И вот, и в частности, там ведь, ну, кто знаком с историей этой отрасли, прогресс, скажем так, кто знает, что было время, когда называлось лженаукой, кибернетик лженаукой. Ну, наш шеф, царство небесное, умница был, конечно, я по автоматике кончал. Он сказал, наши философы считали, что наши ученые плохие философы, но жизнь показала, что наши ученые, что наши философы не ученые. Потому что на самом деле то, что проявилось через создание вот этих, ну, так сказать, так как говорили, знаешь, думающих машин, правда, машины эти не думают, строго говоря. И вот как раз кибернетика об этом и говорила. Она говорила, что почему она была за наукой, почему ее боялись. Она говорила, создание не может быть вне создателя. И человек в том числе, то есть он не может быть
мне и своего Создателя. И не бесформенные и, как говорится, неустроенные материи не может создать выше себя разумное. Это абсурд. Вообще, строго наука говорит прямо, что для того, чтобы появился ДНК, это основа клетки там. Так вот, нужно иметь какой-то этот бульон, то есть еще элементы эти. Именно эти элементы. Потому что они случайно создали первую клетку, по теории вероятности должно быть 10 в минус 40 тысячной степени. 40 тысяч нулей. Это говорит наука. 40 тысяч нулей – это одна клетка, а их клеток мириады. Здесь клетка еще весь мир создан, да еще прекрасно создан. И говорить, что это, конечно, случайное сочетание – это просто бред. Поэтому только жалко людей, которые в это верят. А просто другие просто не задумываются. Но не задумываются, потому что еще нужно иметь разумение. Очень хорошо в свое время сказал Аристотель. Множество знаний еще не предполагает наличие ума. А святой Николай Сербский сказал не менее прекрасно, только более глубоко. Он сказал, первые люди, они немного знали, но все, что знали, то понимали. Потом стали знать больше, но понимать меньше. Ну а в конце, может, будут и многое знать, но ничего не понимать. У нас один прихожанин такой, переходя на нашу земную бытовую такую жизнь, написал такое четверостишье с юмором такой, думающий человек. Душа пылала, погасла, состарилась, влезла в халат, но ей как и прежде не ясно, что делать и кто виноват. А еще он написал четверостишье такое, я даже уж покойному святейшему читал, раз и так это, как-то был такой прием, как он участвовал я, сподобный Господь. Вот, я и иногда напоминаю такое, на заре 21 века, когда жизнь подвластна уму, как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему. Теперь я к вам приехал. Чтобы что-то вам сказать. Простите, что если не так что-нибудь. Потому что я так мысли, как говорится, которые приходят, потому что очень хочется тогда поделиться. Некоторые вещи, которые я вам говорил, я слышал от людей, которых уже теперь нету. И вы, может, никогда этого не услышите, это не узнаете. А это все-таки вещь очень ценная. Поэтому, а самое главное, это нужно в простоте веры. В храм Божий ходить, молиться утром, вечером, потому что это очень важно. Молитва – это все. Вот как раз тот же отец Василий Серебряников, он говорил, что вот как молишься, молитва – это показатель состояния души, духовного. Некоторые говорят, вот отвлекает что-то такое. Я рассказал про одну рабу Божию, которая проверяла, как она молится, тем, что остановилась, правила читала, включала на полную катушку радио. И вот если она молилась, а там только шум, значит, она считала, что это молится. Я начинал слышать, что там говорится. Плохо молюсь. Об этих вещах прекрасно сказал отец Иоанн Крестьянкин. В своем замечательном слове о страдании он говорит, а это всех нас в разной степени касается. Когда ты страдаешь телесно, душевно, помни, что все страдают. Весь мир страдает и мучается. Иногда в муках, в которых ничто не может что утолить, и в телесных болях, и душевных, которые еще тяжелее. Но страдание дана великая очистительная сила. Если мы обратим внимание, то больше страдают лучшие люди. И удел страдания – это удел лучших людей. Но нужно учиться не прислушиваться к своей боли, не думать о своих проблемах,
а противостоять и духовной сосредоточенности в молитве. Молитвой лечатся и более тяжелые душевные муки, а не только телесные. Кто хочет научиться свободе, должен преодолеть страдания. Но это высоко, конечно, сказано. Хотя бы преодолеть дискомфорт. Для нас уж не страдание, хотя бы потерпеть, что один раз, один и тот же, два раза повторили, или что-то такое не поняли. По мелочи. Не нужно сразу великой хватать. Хотя бы малое нужно стараться делать. Как раз отец Сан-Христианкин хорошо своим сказал, у него такая проповедь о малом доброделании. Немногое нужно. Сдержаться просто, и все, это достаточно. Есть такой у святых отцев пример, замечательный пример. Один ученик, старец ему обычно давал какое-то учение, и отпускал его на сон. А тут у старца были гости какие-то, он с ними долго беседовал, утомился. Когда они ушли, он так закрыл глаза и задремал. Ученик стоял и думает уйти. Потом неудобно, ну, проснется, скажи, я не спросился. И остается опять, стоит, молится, конечно. Потом опять думает, может, опять уйти? Потом, да нет, неудобно. Потом уже поздно думает, ну да, опять все, царь, ну, скоро же проснется, что ж я все стою-то. Ну ладно, стоит, молится, значит. Потом тут проснулся, уже чуть не под утро. Что ж ты, сын мой, ты говоришь, что ж ты? Мой отче, я думал, чтобы не беспокоить тебя так. Ну иди, Бог тебе поможет, благословил его что-то ему, утешил его чем-то. Когда он ушел, вдруг он увидел видение. Семь престолов, у них семь венцов. Господи, что это такое? Это говорит своему ученику за сегодняшнюю ночь. Вот, значит, вот сказать, не сказать, сделать, не сделать. Это малое проделание. Вот сдержался в чем-то, в слове, держался в чем-то. Вот немножечко, с немного нужно начинать. Мы хотим сразу некоторые любить врагов ваших. Правильно все. Ну хотя бы любить тех, кто нас любит. Да. Да. Потому что вот отец Сергий, старец наш, Орлов, он замечательно говорит. Такие обстоятельства, не знаешь, что делать. Что же делать? От нас зло не должно исходить. Что совершается, то совершается. Время-то идет уже. Время идет, и поэтому в этот момент нужно стараться держаться от всего худого, от всего плохого. Держать себя. Раздражаются ли? Раздражаются. Мысли? Гаси их молитвой. Есть замечательная притча такая. Один царь задумался, что ему сделать в своем царстве, чтобы все было благополучно. Ему один мудрец сказал, если получишь ответ на три вопроса, тогда устроишь царствие. Твое благополучное царство. Какие вопросы? Какое твое главное дело в жизни? Какой главный человек в твоей жизни? Какой главный момент в твоей жизни? Он ходил, спрашивал, никто не мог ответить. Когда он начинал говорить, что а это тогда что? А это тогда? Конец ему сказал один. Я говорю, тебе скажу, но ты это никому не говори. Это будет пусть твоей тайной. Ты в себе имею. Самое главное дело, которое ты сейчас делаешь, самый главный человек, с которым ты сейчас общаешься, самый главный момент в твоей жизни, вот этот момент. Если будешь так жить, все будет так, как ты давай. Но видите, все-таки это, хоть сказать, рассказали, но есть еще один пример, это святых отцов, очень замечательный, который, мне кажется, особенно начальствующим полезен. Это когда приходит к кончине жизни один игумен, и такой, значит, братья окружили и говорят, он был игумен монастыря много лет. Отче, говорит, открой нам тайну твоей духовной жизни. Ну как ты мог нами управлять? Ведь мы не управляем. Не управляем мы собой. Как ты это мог управлять? Не уходи, не уноси с собой, говорит, это духовное сокровище. Говорит, скажу, братья, когда я кого-нибудь вам просил что-нибудь, давал слушание, или я был уверен, что вы это не сделаете, или сделаете не так, как я прошу. Поэтому, когда они не делали, он был
Ну, да, так и есть. А когда я что делаю, тогда был радовался. Вот видите, какие простые рецепты, оказывается, в своей жизни. Просьба вот так вот. Так что вот, дай Бог вам всем Божьей помощи. Вот поклон преподобному Сергию. Меня здесь рукополагали, кстати. Покровский храм, поэтому для меня это святое место тоже родное. Храм Покрова. Я служу в храме Покрова сейчас. Вот. Одним словом, от нас зло не должно исходить. Что будем просить, то будем просить, имея в виду, что ничего не сделают. А когда, как есть хорошее изречение, когда говорят, тебе кто сделал добро, запомни это, а ты кому сделал добро, забудь это. А к этому еще добавить можно, кто тебя обидел, забудь это, а ты кого обидел, запомни это. Чтобы каяться и чувствовать перед него себя виноват. Так что Бог вам помощь, а то вы устанете, я вас замучаю, то я после службы проехался. Помолитесь обо мне, Христе.